Конечно, мы сегодня будем говорить по атаку уже Гоксида. Здорово, дальше играет Гиганшин. А здесь мяч в руку попадает и пенальти. Шамсудинов, Трофек, удар! Штанга за Шамсудинов, он Кашутова это переиграл, а штанга... Смотрим здесь, удар Шамсудинова, На дальнюю штангу! Сейчас Ревенко удар наносит! Угловой здесь. Полковский это но не было. Здорово, Миронов перехватил мяч. Можно бить, Миронов удар наносит. Кашутов справляется с ним. У казанцев все, конечно, небольшая обида на судью за вчерашний матч, где тоже Юшенин забивали гол. Здесь опасно очень! И с линии буквально казанцы выносят. Ну что там? Ставит только Кирилла Кашутова. Ворот. Какая ошибка, и побежала атака Гоксида. Контратака, 4 игрока набегают сразу. Сам идет здесь удар! Азат Шамсудинов. Какой называется, Рахимов. Возвращает мяч штрафную, Нестеренко, Спинка, Чернов, какой сейф! Называется. Поехали, привет, также Казани наблюдают. Привет, Красноруссия, опасный момент! Копенко, Пификов. Как можно скорее пытаются краснодарцы. Ой-ой-ой, здорово, как сейчас! Ворону сыграть здорово в атаке. Подача! Удар, ой-ой-ой! Ускоряться здесь Кириллу надо! Все, финальный свисток, ЮФУ чемпион! Команда Южного федерального университета, вот она всем составом становится чемпионом юбилейного сезона за тур до конца. Вот так вот. ЮФУ чемпион.